Всем привет! Посмотрим покупки из очень бюджетного магазина «Чижик». Мне нравятся в нем цены. Единственный минус магазина – очень ограниченный ассортимент. То есть я, когда приезжаю туда, покупаю, в общем-то, один и тот же набор продуктов, но зато по очень-очень выгодным ценам. Купила я Пепси, литр 70 рублей. Вообще, Пепси сейчас далеко не во всех магазинах, а там, где есть, цена не радует. Здесь, мне кажется, цена вполне приемлемая. Очень приятная цена была на сырный соус Хайнц, тоже 70 рублей. В других магазинах цена всегда гораздо выше. Муж у меня очень любит этот сырный соус, мне он кажется немного химозным, честно говоря. Купила я классический соевый соус от Сенсой, стоил он 50 рублей. Очень вкусное варенье от бренда Гринолла. А в ассортименте есть варенье клубника и малина, но нам клубничное нравится больше. Мы берем подряд уже, наверное, четвертую банку. Очень ароматное, вкусное варенье, 550 грамм, 180 рублей. А также от бренда Гринолла я взяла баночку сладкой кукурузы за 50 рублей. Сушки, карусели, сладкий сказ, 45 рублей, сделаны по ГОСТ, производят, по-моему, питерский, Ленинградская область, Волхов хлеб. Очень хороший состав, вот давайте покажу, кому интересно, вот видите, состав очень-очень приличный. По 40 рублей паштеты хаммы, представлены были с индейкой, по-моему, с печенью, но у меня муж любит вот только с птицей, да, с индейкой, соответственно, взяла, поскольку они маленькие, по 105 грамм, я взяла сразу 4 штучки. Яблоки Гренни Смит, выгодная цена, Гренни Смит везде стоит, ну, подороже, здесь 100 рублей за килограмм, 4 яблока получились на 65 рублей, скорее всего, для какой-то выпечки буду использовать. И были непродовольственные покупки, тоже сейчас вам покажу. И были у меня бытовые покупки, вот такая туалетная бумага «Лама». 12 рулонов, стоит упаковка 170 рублей, бумага очень неплохого качества, единственное, рулончики сами маленькие, видите, каждый рулончик 17,5 метров. Салфетки для уборки мне очень нравятся, универсальные данки, большие, 25 на 30 сантиметров, 120 листов, 200 рублей. Первый раз взяла гель для стирки AXL. Написано, что это гель-концентрат, сделан по ГОСТ, подходит и для автоматической, и для ручной стирки. Здесь 1,5 литра, стоил гель 150 рублей, производит ООО ПХК «Алабино», Московская область. Посмотрим. Сорти, бальзам для мытья посуды с витамином Е, стоила бутылка 140 рублей, здесь 900 грамм, довольно такая большая бутылка. Салфетки влажные Тафо, антибактериальные, 20 штук в упаковке, 20 рублей стоит упаковка, я такие уже покупала, мне понравились. И также мне понравились ватные диски, покупаю не первый раз, тоже они от Тафо, прошитый край, 140 штук, стоили они 60 рублей. Ну вот такие нужные бюджетные покупки у меня из Чижика. Буду с вами прощаться. Пишите, есть ли у вас Чижик или подобные бюджетные магазины. У нас еще есть в Москве Светофор, что-то еще, но мне до них очень-очень далеко ехать, а до Чижика, в общем-то, как оказалось, недалеко, поэтому посещаю его. Всем пока!